Даниил, приветствую. Привет. Такой день особый для Донбасса. Что 8 сентября значит вот здесь, для этой земли и лично для тебя? Ну, 8 сентября – это день освобождения Донбасса. Ну, это значит многое, потому что это в первую очередь память о героических победах наших великих предков, да, наших дедов. Для Донбасса это значит очень много, это и для меня лично, потому что так сложилось, что война снова пришла на эту землю. Вот 7,5 лет назад, в 2014 году, и снова пришлось стать на защиту земли, взять в руки оружие уже потомкам тех великих воинов русских. Что это значит? Ну вот я скажу, что в 2014 году, вот когда мы сражались, очень важно было вот именно память наших предков. Потому что мы всегда говорили, когда особенно было очень тяжело, говорили, что о нашим дедам было еще хуже, было намного все масштабнее. Поэтому вот память о тех победах, она нас вдохновляла, их подвиг нас вдохновлял. Невозможно идти на подвиг, точнее, наверное, тяжело идти на подвиг без примера. Поэтому это очень важно. Да, герои прошлого, но здесь много героев настоящего. Вот я вижу, что среди участников есть твои побратимы, кто в Славянске оборонялся. Да, есть люди? Вообще, конечно, как да. Вот? Ну, к сожалению, те, кто был в Славянске, это, по сути, первые битвы, серьезные начала этой войны. К сожалению, у нас осталось мало. Вот. Особенно еще меньше тех, кто остался в строю. Но еще мы есть. И приятно встречать своих боевых товарищей, которые с самого начала были. Конечно, но все-таки, блин, 14-й год вспоминается, хоть было все тяжело, но все равно как-то с теплом это все вспоминается. Как бы тяжело не было, тяжело и страшно, но тепло. Даниил, конкретная цель, что дальше, к чему идем, за что стоим и за что сражаемся? Ну, в первую очередь, наверное, пользуясь таким принципом «делай, что должен и будь, что будет», мы сражаемся в первую очередь за справедливость. То есть отстаиваем свои права, права своих людей, свою землю, да, против несправедливости, это в первую очередь. Вот. То и в том числе, конечно, идет война за наши ценности, русские ценности, за культуру, за веру, за язык, за право свободно мыслить и вообще жить свободно в той традиции, в которой мы рождены. А мы же рождены русскими. Нас когда-то 100 лет назад пытались разделить просто, вот и все. Поэтому вы разделили. Вы разделили, да. Увы, да. Мы сражаемся за наши ценности, за русские ценности. Ну, остается с праздником. Спасибо, с праздником.